Доброго времени суток, друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на телефоне Doogie N30 установить iOS или же как кастомизировать телефон Doogie N30 под iPhone. Чтобы это сделать, заходим в Play Market на данном телефоне. После чего нажимаем сюда и вписываем iOS 15 Launcher или просто iOS 15. И скачиваете вот такое вот приложение, которое выглядит следующим образом. Нажимаем «Установить» и ожидаем установки. Вот. Оно скачивается довольно-таки быстро, так как не занимает большого количества пространства на вашем диске. Но это все же будет зависеть от вашего интернета. После чего нажимаем «Открыть». И обязательно сейчас даем все разрешения, которые данное приложение просит, из-за того, что если мы не дадим какое-то из них, оно потом может работать плохо. Теперь мы нажимаем на «Изменить значок». Это первым делом. Советую нажать сюда. И нас выбрасывает, к сожалению, в меню. Нам нужно сделать так, чтобы нам телефон предложил сделать это приложение приложением по умолчанию. К сожалению, оно так не работает, но мы сейчас сделаем это по-другому. Давайте зайдем в «Настройки». Если у вас не выбивает, то вы заходите также в «Настройки». После чего мы находим пункт «Приложения». Где-то здесь оно должно быть. Вот, «Приложения и уведомления». После чего нажимаем «Приложение по умолчанию». Вот сюда вот. Выбираем главный экран, нажимаем... Давайте даже не сюда, я бы сказал. Нажимаем сюда и выбираем iOS 15. И все. После этого наш телефон изменен уже под iPhone. Мы также можем еще зайти в это приложение. Ожидаем его. И нажимаем, не знаю, обои можем поменять. К сожалению, в этом есть приложение реклама, но зато оно бесплатное. Так что нажимаем ОК. Дальше вы таким же самым образом можете добавить себе какие-то виджеты, погоду, эффекты размытия, анимации. Если вы хотите установить себе еще центр управления и экран блокировки, точно такой же, как у вас, то вы также скачиваете вот эти два приложения, нажав сюда, вы нажимаете и скачиваете центр... Реклама. Вы также скачиваете центр управления с Play Market и также скачиваете экран блокировки. И точно таким же образом все делаете и устанавливаете себе эти два приложения. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!